от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Если эти люди среди вас, уверен, общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие обычные люди, обычные, простые люди, мужчины, женщины, старики, дети, отцы и, главное, матери. Ровно так же, как и люди в Украине. Так же, как власть в Украине, как бы вас ни пытались убедить в обратном, я знаю, что это мое обращение не покажет по российскому телевидению. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации. Дякую за увагу.